Друзья, всем привет! Ну что, у меня здесь дома бардак, бардак, бардак. Всегда делала видео, что мы привезли из Эмиратов, из всех стран, из Кении, из Польши к нам в Киев. А сейчас захотелось сделать видео, что же мы увозим. Мы реально всегда уезжаем с полными чемоданами. Ну, как так скажете? Я сейчас покажу, что мы увозим. В принципе, есть очень много вкусняшек, есть. В этом году будет много одежды, но я покажу во второй заход одежду, потому что сейчас одежда стирается, еще я кое-что жду. Есть там много также кофе, мне сына. Сейчас все вам покажу. Кстати, вот футболочка ДС, такой серый цвет. Сейчас вытяну вам, просто покажу класс как. Не знаю, передает ли камера, но Наташа сказала, это вот реальный серый цвет, который очень красивый. ДС. Наверное, оставлю в Киеве, но купила за 120 гривен на секонде. Наташа там тоже нормально все купила, там две пары джинсовых шорт, футболку тоже серую. Но мы не снимали там, что-то как-то надо было забегать и брать. Вот, вот такая футболочка, ну классная, мне очень нравится, я уже в ней походила. И видео уже было, где мы покупали такой серебряный трезубчик. Конечно, вот его я везу, с ним я хожу, с ним я еду. Ну сейчас первая часть, то, что уже готово. Так, бардак, 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 бардак. Прошу прощения. И переводим. Смотрите, сколько мы увозим. По-моему, сколько привезли. Я еще подушечки так заставила, чтобы не упадал. Столько мы и увозим. Это капец какой-то. Ну, реально, это капец. Ну, ладно, буду вам рассказывать все по порядку. Буду рада лайкам, комментам, и что вы обычно вот увозите из своей страны, если работаете за рубежом. Так, смотрите, начнем со сладостей. Обожаю эти пряники. И, кстати, они тоже есть в Эмиратах, где-то продаются, но очень дорого стоят. Бывают уже не свежие, какие-то как приходишь, даже вот разорвана уже и коробочка, ну не коробочка, а что-то, оберточка. Вот такие пощупала свеженькие пряники, очень вкусные. Так что две пачки, может, еще куплю третью пачку на подарок. Дальше друзья мне подарили при встрече конфеты «Вечерний Киев». Конечно же, забираем с собой. Ну, кто пробовал, ставьте лайк, кто не пробовал, желаю попробовать. Дальше мама тут мне купила одна из любимых моих конфеток «Лещина», кто знает. Вообще очень вкусный шоколад с орехом. Ну, тут прилично мама купила. Давайте уже прям сюда заброшу. И вот галаретки. Галаретки я люблю. Такие, по-моему, польские конфеты. Когда здесь вот мармеладик, наверное, или желешечка в шоколаде. Вкусные, но я докуплю еще. Это я купила, я уж поела. Это с апельсином, еще есть лайм и ананас. Мне с апельсином только нравится. Дальше кофе. Ну, вы типа сейчас скажете, ну да, Оля, у вас же есть кофе, ты привозишь. Но я привезла турецкий, а люблю я разные. Мама тут подарила смешное кофе Пупа, но мы пробовали очень вкусно. И Наташе понравилось. Это Пупа, бразильско-литовский кофе. Видите, здесь типа вот этот бразильский Иисус, который Рио-де-Жанейро, латвийская девушка, вот бразильский мужчина, кофе вкусный, он латвийский, но из бразильского кофе. Как-то вот так я вам объяснила, надеюсь, поняли. Очень классный, вкусный. Мама берет кофе по акции, сейчас он стоит 200 с чем-то, мама по 100 с чем-то брала, короче, за 2 доллара нам взяла. Но скажу, в Эмиратах кофе не дешевый, просто что мы привозим кенийский и тот турецкий лордик. Ну, вот отсюда мы тоже увозим с удовольствием. Это маме подарил кто-то Лавацца кофе. Справа я Лавацца люблю, мама сразу мне ее ставила. Вот такие МакКофе прикольные. Видите, тут эспрессо нарисовано. Ну, кофе мы обычно завариваем в чашке или во френч-прессе. Это вообще сейчас на распродаже 78 гривен. Ни о чем. 78 гривен ни о чем. В АТБ. Дальше люблю черную карту, люблю также львовский кофе, но учитывая в этот раз он дорого, а мама уже львовской карты нам купила, точнее черной карты, вот это для турки, это арабики, может кому-то еще в сувенир пойдет, я не все кофе нам оставлю, так что кофеек тоже берем, тоже любим. Взяла сухарики вкусные с хреном и холодцом, но я думаю, что это в дороге мы уже поедим. Дальше такие ментоски очень вкусные. Тут они стоят копейки, реально. А в Эмиратах вот прилично, 3 доллара, по-моему, даже. Вот такую аскорбинку взяла, зашла в аптеку. Ах, детство вспомнила, взяла аскорбиночку. Ну и, конечно же, украинская символика. Магнитик в подарки друзьям. Подарки друзьям. Так что вот такое есть. Вообще, это мой любимый магнитик. Вот такое мама тоже накупила, набрала, говорит, бери.
Все. И, кстати, забегу вперед. Почему-то я сюда отложила. Вот такие я еще взяла по вафельке. Попробовала вкусно. Жак Кусто. Просто вот что написано на нашем языке. На украинской мове. А то вести Рошен, которое написано Рошен на английском, как-то странно нашим друзьям в подарок. И мама вот такой лен мне уже насобирала. Такие вот прикольные семена льна бросаются в супчик, в салатик, в кашу в овсяную я утром бросаю. Очень вкусно. Вот. И получается, что еще и полезно. Далее косметика, друзья мои, да, увозим очень много. Уже вам рассказывали про крем Апис, который нам подходит. Действительно, польский крем. Нашли его только раз в Польше, в галерее Краковской. Там его больше нет, и больше нет этого киоска. Поэтому заказали здесь. Вот такой уже прям маленький пробовали. У меня есть маленький, сейчас в ванной стоит, и у Наташи. И вот запасной третий. Это какой-то с витамином С, это какой-то с кофе, это какой-то еще с кранберри, с клюквой. Это под глаза ролл. О, Господи, что я там стукнула, надеюсь, не взрыв. Ладно, под глаза ролл пробовала, вроде как прикольный. У Наташи там что-то еще есть, но я не знаю, говорю ли я ей снять видео. Ну, она сейчас вся в делах. Масочка какая-то, еще масочка, и это пилинг для лица. А дальше была у подружки, парикмахера тоже нам дал мне подарочек такой на пару раз шампунь и маску. И тоже мне подружка-косметолог дала такой подарок. Она набрала просто пилинг для лица и тела. А, кстати, еще взяла, но это я, наверное, использую или здесь, или в Кракове. Патчи под глаза и масочку. Потому что бывает, перелетаешь от перелета и очень нехорошо выглядишь. Вот, дальше салфетки антибактериальные. Почему их тут показываю? В Эмиратах они стоят, ну, бывает, доллара 3-4. Здесь копейки, как бы, здесь копейки. И дальше очень много медицины. Вот Дефлю, кстати, кто вот в Киеве, в Украине, рекомендую. Вот очень классно. И полоскание есть, и нос, и горло. Вот оно поднимает реально. Я не знаю, что там, оно поднимает просто с колен, если тебе плохо. Ну, мелоксикам, спина, вся это вот знаем, да? Дальше очень много разных таблеток, которыми я когда-либо пользовалась, и может они не пригодятся. Вот это от кашля сильная штука. От кашля это прям класс. Я рекомендую вообще. Вот, после вируса у меня был даже хлоргексидин, стрептоцид, перекись водорода, немесил, аксалиновая мазь, когда носик намазал и пошел, и не боимся вируса. Цетрамон, а просто дофига еще у меня подружки в Эмиратах просили. Дальше, веселые тапочки мама купила, но они реально прикольные, классные, знаете, они такие на это, на в отельчик сейчас одену. Ну, в принципе, они 38-39, у меня 41. Ну, подходит мне, смотрите, да, мои 42-й, который мы с вами в Абу-Даби купили, и вот эти вот красотулечки. И, конечно же, если уже я выпустила видео, то Михальфигер. Очень удобные. Наташа взяла себе розовый, говорит, слушай, я понимаю, почему такие деньги стоят. Резина не воняет, ноги не воняет. Это говорит вообще, ну, о качестве. Так что мне тоже очень удобно. Мама меряла, говорит, прикольно, но ей, у нее косточки большие, давит это вот в косточку. Мне нормально, мне классно, они такие темно-синие, очень красивые, отличные. О, друзья мои, только первое видео. Завтра досниму вторую половинку, покажу одежду. Ну, надеюсь, что досниму, все будет хорошо, все высохнет. А послезавтра у нас уже выезд. Честно, как бы, не знаю, столько дней было и все мало. Сейчас все это я сложу в чемоданчик и буду ждать еще, пока одежда постирается. Все, на этом ставьте лайки и ждем продолжения одежды. Ну что, друзья, вот и вторая часть. Разложила я целую кучу одежды, которую я купила здесь и которая поедет в Эмират. Не, вру, поедет не вся. Честно, эту вот прикольную кенгурушку вы уже видели в видео. И Наташе она очень понравилась. Купила за 390 гривен. Вообще классная, черная. Ну, оставлю здесь. У меня есть две похожие в Эмиратах. Но мне очень хотелось именно ее с этими всеми узорами. И я ее приобрела. Не жалею вообще. Вот, не жалею. Класс. Дальше, помните, были шорты, как раз сегодня вышли эти шорты, обсуждали с подписчицами, с Ириной, с Людмилой цены в секондах, в Хумане, даже про спойлера, про свою Праду. И вот решили мы, что дороговато, по-моему, 250 такая футболочка. Ну вот она мне понравилась, мне очень удобно в ней уроки вести. Вот никакого лифчика поддевать не надо, все нормально, грудь закрыта, прикольные мячишки такие, бразильский такой цвет, классный, ну мне очень понравилось.
И купила же я такую же еще похожую с цветами, но она в стирке сейчас валяется, поэтому ее я не покажу. Кстати, она тоже остается дома. Эту я забираю. Дальше шорты. Очень хотела себе черные шорты спортивные для тренировок в зале. 210 гривен. Классные, мне понравились, я их померила. Шорты, кстати, сделала. Народ, ну фирма Читах. Читах это, помним, что это гепард. Фирма Читах, вот такие шортики. Класс. Вообще супер так. Какая-то бячка здесь. Ну, классный цвет. Мне они нравятся. Мне они подходят по размеру. Дальше футболочка, народ. Сейчас топик отложу. Ой, футболочка, рубашечка. Честно, просто хотелось какую-то рубашку такую, ну, с коротким рукавом купить. И вот такой вот захожу в Хуману, кстати, в эту же, в дорогую. А там все по 65. Я себе такую за 65 купила. Я не знаю, фирменная, не фирменная. Мне в ней хорошо. Она такая вот светленькая, под джинсовку похожа. Вот пуговки, навехонькая. Даже где-то здесь пуговки были. Сейчас вам покажу, подождите. Давайте с вами, как вот такие блогеры, которые секондами занимаются. Вот пуговки есть. Все вот новенькое здесь. Ну, классная рубашечка. Постирали. Все здорово, но я не знаю. В Эмиратах такая розовая есть. Возьму, не возьму. Если не возьму, тоже дома будет. Дальше. Топ Найк. Где-то 200 гривен. Цену писать не буду. Ну, короче. Что я не помню. 200-210 гривен. Где-то 4 доллара, наверное. Ладно, может, цену припишу. Смотрите. Что классно, я люблю в них плавать. Мне очень удобно на море в них плавать. Именно в таких топиках. Не в купальниках с резиночками, которые послетать могут. А я занимаюсь часто или серфингом, или водными лыжами, или водным скейтбордом, вейкбординг. Ну вот мне удобно в таких топиках. Ну вот такое тоже взяла. Далее, вот это вот удачный заход у меня был, когда я взяла шортики. И вот такая за 289 Under Armour. Она не новая, сразу говорю, там по бирочке видно. Но это Under Armour настоящая, она не новая, 290 гривен, но классная. Я одела, серенькая, классная, удачная, ну не знаю, удобно в школе, с капюшоном, чуть что вышел с бассейна, капюшон на голову набросил. У меня, похоже, черная есть, но она уже старенькая. Вот такую вот удачненькую штучку я взяла, ну, мне нравится. И дальше мой спойлер, что я откопала в Гумане на секонде. И тут появляется, та-дам, Прада. Вот такая курточка с таким вот капюшоном. Она просто классная, летательная. Значит, такое летательное, просто когда тебе удобно в самолете, в поезде. Холодно, ты ей накрылся или надел капюшон на голову. Жарко, снял. Я долго стояла и сняла, Прада ли это. Ну, смотрите. Так, Прада. Далее. Прада. Далее сделано в Нидерландах. Цвет хороший, черный. Но носили, я думаю, носили. Карманец такой. Я еще, кстати, влезла в этот, в Google. Нашла такую же курточку. Она была. Я ее взяла за 600. Она на размер мне больше, но мне в ней классно. Мне нравится. То есть, офигеть, поздравляйте меня с Прадочкой. Далее уже показывала этот Поло Ральф Лорен. Классный, он со мной поедет. Мне он нравится. Что это за бячка такая? 100 гривен стоит, просто фантастика. Я его мерила, очень супер классный. Так, и дальше переходим. Молодежь, кто здесь молодежь, кто знает, что такое Стуси, ставьте лайк. Я досмотрелась видео, сейчас самый популярный бренд у молодежи, Stone Island и Стуси. Ну вот Стуси, вот такой вот так он рисуется. Это я взяла в подарок, а это я уже взяла себе, решила купить футболочку. Кстати, я покупала у блогера вот эти вот вещи, да, за 100 и за 390. Но у них, к сожалению, такая футболка стоит 950 гривен. По-моему, уже по скидке идет 850. Это очень дорого. Я нашла две за 1000. Сейчас я вам покажу просто этот класс такой. Ой, сейчас подождите, отложу и покажу вам эти классные кубики. Опа. Очень тяжело самой снимать видео, но ничего. Смотрите, вот оно, Стуси. Это настоящий Стуси. И тут должно быть настоять, сделано в Мексике. Это американский бренд для серферов, для скейтбордов. Это на подарок. Племянник приедет провожать. У него скоро день рождения. Получит такую классную футболку Стуси. Кстати, видела у него сумочку. Говорю, твоя Стуси. Он говорит, да это даже не оригинал. Взял у подружки поносить. Так что будет теперь настоящая футболка Стуси. Так, это я уже показывала, да? Я в нем вела прошлую часть с едой. Это ГЭС. Ну, какой-то цвет здесь не очень красивый. На самом деле, безумно красивый серый цвет.
Я, наверное, ставлю ее в Киев, потому что здесь у меня что-то маловато футболок, потому что я везла очень много футболок, чтобы мне еще в ней ходить здесь. Футболка ГЭС классная. 120 гривен. 120 гривен в той же Гумане. Но футболку и топик, и рубашечку я покупала, когда были скидочные дни. А вот кенгурушку, Праду и шорты первый день завоза. И последний, неожиданно, неожиданно, в магазине, в обычном. Сисли, да? Ага. Синсай. Вот. Купила себе шикарные такие карго штаны. Классные джинсы. Уже в них ходила. Думаю, меня в них еще увидите. С такими карманами. 459 гривен. Это была распродажа. Это они, по-моему, по 700 были, по 800. Но мне в них так классно. Так классно. Просто я передать не могу. Очень, очень классные. Классные вещи, классные покупки. Надеюсь, классная я. Надеюсь, вам все понравилось. И вот такой вот в чемоданчике уже тут чемоданчик готовый, закрытый. Очень удобно, что я все набрала, собрала и сейчас запакую. Ну, что-то все-таки останется в Киеве. Так что ставьте лайки, пишите комменты. Было приятно. Я сегодня в зелененькой футболочке. Было приятно, что вы смотрели видео и видите такой новый вариант нашего контента, что мы везем отсюда в Эмираты. Ну, дорога будет дальняя, снова до Пшемысля из Киева, или Перемышля, как его называют, снова в Кракове, буквально 1,5 дня, потом в Абу-Даби, потом в Иляне. Ну, короче, от обратного. Все, спасибо, что с нами, ставьте лайки.